о своей принадлежности к фракции выносите там, где вас примем. Важно колодцы выносите. Тут не так сильно бьют, но тем не менее. Арча на пул. Бурстим по боссу максимально сильно. Переводим его с нулевым ради, у него не будет дыхания под вторую фазу. Спокойненько его заберем. На второй фазе желательно не умирать. Касается РДДшек. Миликов там могут сфера закливать, но РДДшки должны выжить. На темной хуйне не стоим, или дальше, или ближе. Или дальше, или ближе зашли, в черной хуйне не стоять. Можете не особо бить. Сферу не закрыли. Что? А, сферу под мили закройте, пожалуйста, любой милик. Маха видит, сова закроет. Все по боссу стопнули, никто босса не бьет. Ребят, никто босса не бьет. Даже не дотает. Сферу закройте в мили-зоне, любой РТДшка. Подбивайте потихоньку босса. Ребят, закройте любую сферу по роиду, блядь, по рейду, блядь, ДПС идет. Бейте босса, на полу ебало в него въехали. Гер дайте. Во тьме не стоять. Или дальше, или ближе, еще раз говорю. Играть он или по боссу. Сферы перекрываем. Все так же. Куполы около своей категории смотрим, выносим. Будет каст, я скажу, надо будет зайти в этот купол. Не проебитесь. Дебафы посмотрели, выбежали. Выбежали. Кстати, не в черную ветку. Приготовились. Скоро будем заходить, ребят. Около них встаньте. Сейчас надо будет еще раз их вынести, потом надо будет зайти. Прохил рейда. Фобус, дай сахар. Гламур, вставай, поднял. Прохил его, дайте ему рыбал. Выбежали. Сакру альфа-тестер дай. Фобус прохил. Приготовились. Сейчас надо будет скоро заходить. Свои сыви нажали. Прохил рейду. Прохильте, запотейте. Куда угодно проклятие вынесите. Куда угодно. Рядом стойте. Зашли. Зашли сверху. Прохильте рейд. Вышли. Добивайте босса. Хорошо. Это, наверное, когда, да, как я понял? Или на хантах? Ресните. Удар буря это энх. Ну, пароль там нов, я не знаю, кому это еще может пригодиться, даже в теории. Давай я паролю. Ну, пароль. Будет-то. Ну, будет-то, да. Печеньку, наверное, разролим потом. На это я печеньку точно не хочу давать. Мягкий древесный на расплыл надо кому-то? На расплыл. Щелкнуть. Дай мне, будет. На всякий случай, я на хила заберу, если никому не надо. Ну, ролл на успех. 11. RTX это не идет на впало? Я не шарю просто. На... А, идет, почему нет? Почему нет? Ну, ролл кинь, он вроде собирает себя. Просто мне там на шаму как раз 5% маны вообще по мане садится. Ну, сами договоритесь, там на обоих идет. Ну, кстати, шаману очень хорошо идет. Да. Пал-то и так по мане не просаживает. Ну, я говорю, сами, что вы договоритесь. Не так критично. Это типа оба на успех, поэтому, ребят, сами договоритесь.
Я думаю, надо свой статик собрать, типа уже есть как минимум, как я понимаю, вар, пал, я декс, это уже 4. Я думаю, фолк тоже нам потянется, если у фрая будет такое. Это уже как минимум 5 раз в статике. Только мне лень анонсить, делать дискорд, я поэтому или в четверку, или в пятницу собираться. Ты меня-то посчитал? Да, да, конечно. 5-6 человек у нас уже есть. На собаке главное перетерпеть, там, не знаю, много затупа было у всех. Плохо, что запы и там пушка, ботинки. А, ботинки выпили. Вот видишь, кому как повезет. Ты терпи, пожалуйста. Многие сдохли. Тактику все знают? Видимо, да. Будем стоять, ребят, по звезде будем, блять. Да, похуй, будем в центр стоять, если что, перебежим просто. Начнем с этой стороны. Первые две метки, ребят, сука. Сейчас релокнусь, извиняюсь, у меня метки забагались, могу поставить. Ну, вы меня так, типа, на стак рыб развели почти. Ребят, первые две метки в ромбик, а затем следующие две метки в звезду. Еще следующие две метки в трусы. Вы носите по две метки в один кружок, чтобы не зазрать всю зону. Чтобы видели, что РДД касается, в одну меточку. Ромбик, звезда, трусы и так далее. Лап дал. Есть куда Дживс? Или хламом, вот там что-нибудь, что угодно. Нету? Ну ладно, а чё? Фобус знаешь, да? А, ну тут шаришь. Дайте на пул фобуса. Дадим ему пару секунд. Ребят, первые два дебафа в ромбик, напоминаю вам. Я знаю, что это сложно, но первые два дебафа в ромбик. Приготовился. Угу, хорош. Сразу нас прохильте. Тут две лужи, хорошо, больно бьют. Следующие две в звезду. Фишка. Отвернулись от босса. Развернулись, бьем. Сокрушающие. Миллиги отошли. Отошли, бьем. Гламур и АТК. Дальше идем, бьем босса. Приготовились. Скоро будет пир. Дрекс, аккуратно. Следующие две метки в трусы, ребят. Отвернулись. Меточки приготовили сразу. Два РДД в звезду. Ой, печеньку. В трусы выпали, не знаю. Выбежали. Бьем дальше. Следующую печеньку, ребят. Мильки выбежали. РДД приготовили, сейчас поворачиваться надо будет. Альфа-тестер и я. Печеньку. Косу спиной возвращаемся. Прохил рейда. Сюда дальше прибегите, ребят. Также аккуратненько. Следующую в луну. Извиняюсь, если. И потом печеньку. Вы, блядь, в квадратик. Вы выбежали в луну. В луну. Это я турбоёб, извиняюсь, пожалуйста. Дальше прибегите, ничего страшного. Следующие две в квадратик, видите, отвернулись от босса. Повернулись, бьем. Две в квадратик, ребят. Милики, если... Три половины. Гламур и я. Квадратик дальше перебегите. Убежали. По боссу больше урона. Человек мало урона. Альфа-тестер, еще кто-то. Красавчика.
отвернулись от босса, остановите, возвращайтесь. Дальше перебегите. Уйди от нас в ту сторону подальше. Прям подальше. Да-да, отверни подальше. Шагов 10 надо сделай спиной. Приготовились. Сюда отнесите, вот сюда краешку. Оба. Угу, хорош. Нас тут прям везде закрыли. И от следующего угла понесем. Поставил меточку, крестик, туда понесем. Касается РДДшек, видите, куда-нибудь на ту сторону, подальше. Вернули. Нет, сокрушающие это не то. Отвернулись. Сейчас отвернулись. Визи еще кто-то, наносите. Дальше носите, дальше. Идет, стоим. Парахил рейда. Блять, пошлите за собой звезду, блять, пошлите за звездой, все РДДшки. Дай сакру, вот, тестер. Дальше перебегайте, и фобуса прохил. Можешь мне зубы дать. Прям дальше перебегаем, прям далеко. Погоди, в одном компе желательно бить. Отвернулся от босса. Идем сюда. Тут стоим. Через 30 секунд дадим геру, убьем босса. Я еще кто-то. Из миликов кто-то, ребят. Нормально вынесите. Не насрите, хорошо. Приготовились, скоро отворачиваться. Декс, дай зубы на... Ой, дай СС на фобуса, на всякий случай. Отвернулись, бьем. Гламура еще кто-то из миликов. Главное, нам на ход не вынести. Пойдет. Дай Гера. 100 тысяч добить. Несчастно. Идем. Ну ладно. Пойдет. Посох, кинжал, крит скорость, ловкость. Это на рогу, да? 1-4. Бонг, ты кинь ролл на кинжал. Кинжал никому кроме руки, надеюсь, не нужен. Тут, ну, даже твой маг. Парольчику надо. 95 вижу, 15 вижу. Гламур. Тебе надо, бери, если надо. Печеньку ролл. А, так, а кто там следующий паролл? Я паролл себе заберу. 41, 53 вижу, 86 вижу. 86 вижу. Кто-нибудь больше? Нету больше, окей. Мак, ты пролил? 59. Одну печеньку. Это и мак, и одна печенька вот эта вот анроллом идет. Как раз посох апни себе и будешь топчик. Вроде все. Всем спасибо за рейд. Надеюсь, в следующей неделе будет лучше. Ну, сапоги мне прям. Эх. Правда, чарка не та, ну ладно. Ну, блин, я хочу все сапоги сейчас на самом деле апнуть. Да, у меня РТ на X2.